В городском театре настоящий праздник. Приглашенные гости – спортсмены, тренеры, болельщики, студенты и школьники. Название мероприятия «Наш город, наша команда» в девятку. Болеть за новую сборную готовы все намчане без исключения. Слишком долго ждали, когда у города будет своя команда. Я уверен, что люди, которые будут защищать сегодня цвета клуба, люди, которые будут на футбольном поле доказывать нашу состоятельность, то, что мы сегодня делаем, конечно же, в большей мере мы делаем для молодежи. За ними будущее, за ними пополнение состава и развитие в целом нашего футбольного клуба. Футбольный клуб «Анапа» мы создавали и изначально задумывались единомышленниками для выведения его в чемпионат России. Тренер новой команды, спортсмен, с именем которого связаны самые яркие победы и достижения анапского футбола. Агоп Каладжан не раз приводил свою команду к победе, знает секреты спортивного мастерства и цену красивой игре. Хочу сказать большую благодарность за болельщиков города, руководству города, президенту футбольного клуба, главе администрации города Сергею Павловичу за понимание, что у нас в городе нужен футбол. Ну а мы, руководство команды, постараемся не подвести вас и занять достойное место, за которое нам стыдно не будет. Спасибо. Под несмолкающие аплодисменты зрительного зала на сцену пригласили футболистов. В состав команды вошли опытные спортсмены и молодые таланты. От имени болельщиков выступил Владимир Беда. Ребята, вот вы сами убедитесь. Мы всегда вас будем поддерживать, только радуйте нас. Защищайте наш любимый город, и мы будем радоваться всегда. Говорят, что футбол – это война людей не на жизнь, а на кубок. Дорогая, любимая наша команда, мы вас искренне поздравляем с тем, что вы теперь в Анапе, в самом лучшем городе на Земле. Ближайшая игра новой команды в Новороссийске в субботу 19 апреля в 17 часов. Футбольный клуб «Анапа» встретится с командой «Черноморец-Дубль» из города Героя. А в субботу 26 апреля на стадионе «Спартак» состоится матч между «Анапой» и командой из краевой столицы ЦСП «Краснодар». Начало в 17 часов. Анапчан приглашают поддержать команду «Анапа».